взял. Мы даем вещей россиянам, они отходят назад в Россию. Но это север и Харькова. Слава Богу, отходит в сторону России. Батальон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Під рулем жовтого автомобіля. Кроме противотанковых средств, которые нам господа Европа очень сильно помогла, сейчас пошла артиллерия высокоточная, дальнобойная, превосходящая россиян по характеристикам. Это еще один большой плюс.